это 20 сеянцев. Но я объяснил, какие сеянцы. Вот они. Почему их так много и почему это самосев. Вот. Видите? Вот здесь пень. Вот. Вот здесь пень. Это все сыновья того самого, того самого манжурца, патриарха. Вот пень. Ну, естественно, что все здесь было заражено этими же семенами. Ну, кто не верит, пожалуйста. Так далеко ходить не надо. Видите, что делается? Он так заражено. Но при любой возможности сходили. И именно самосев, как я считаю, это самое ценное, что может быть в саду. Самосев. Значит, они самые выносливые. А значит, самые ценные. Итак, сейчас я буду брать лопату и выкапывать. Сначала я выкопаю, учитывая, что у меня руки заняты. Вот видите. Я сейчас выкопаю сразу несколько, покажу ближний план. Ага, вот покрупнее нашелся. Вот. И покажу, какие я собираюсь высылать. Куда уже не помню. Смотрите. Вот так вот. Ну, ничего, что полтора. Ну, что делать? Где я возьму вам этого самого оператора? Один умник мне написал. Плохого качества фильма. Наймите оператора. Я ему ответил. А денег дадите, чтоб я нанял? Ответ тишина. Поняли, да? Ну, и вот этот самый получился. Вот то, что вы видите. Смотрите. Видите, да? Давайте теперь разглядим крупным планом. Ну, где-нибудь найдем место. Типа чище, посветлее. Ну, а здесь, видите, солнцепёк какой. Вот. Вот так он выглядит. Но это, правда, лучше. Остальные будут покороче. Итак, это будет 300 рублей. 20 штук, 6 тысяч. Рублей 500 пересылка. 6500. Поняли, да? Вот и весь фильм. Значит, когда фильм это увидят, может быть, еще один-два вдруг подумают, а почему мы не ваулины? Если тот применил методику железа. Вы знаете, какая методика железа? Не подходить, не поливать, не удобрять. Вот. Ну, единственное, траву косить. Все. Вот. И результат сами видели. По отношению сильно долго, обычно на 5-й год. До непривитого. И все они, все его дети, гибридные, у них проверено. Потому что Ваулин представил и фотографии. На каждой тарелочке были фотографии разные. Ни одна не повторилась. То есть все они оказались гибридные, не манжурцы уже. А что такое гибридный? На него привить можно. Моросточек хватит для средней России. Даже для Сибири. И не прививать. И можно не привить и иметь прекрасные урожаи. Соки, компоты, варенье и еда. И съедобные. Вот так. Ну что, отключаюсь. И сейчас я вот эти буду копать. Вот они. Показываю. Видите? Да, наверное, я сейчас прям при вас копну несколько. Вот так вот хитро сделаю. Смотрите. Пусть фотоаппарат вот так вот полежит. Ну что делать? Извините, но оператора денег нет. Еще один покажу. Вот таких будет большинство. Смотрите. Видели, да? Надеюсь видеть. Вот. Ну и оказался по высоте, ну, намного выше колена, если с корнями. Все, друзья, это второй. Остальные 18 я выкопаю уже без вас. Благодарю за внимание. Вот. Ну и вышел эту чеку, которая обещал 10-го пришла деньги.